За нами идут. Несогласованные действия только через администрацию. Согласны? Я попросил вас прекратить. Во-первых, встаньте, пожалуйста. Здорово, друзья. Всем большой привет. Меня зовут Раиль Арсланов. Это «Хижина музыканта». Не забывайте, «Хижина ваш дом». Мы выбрались в торговый центр «Мега» в Казани, чтобы для вас снять реакцию именно уже внутри помещения, так как на улице зима. Все, что от вас требуется, это поставить лайк, максимально поддержать. Мы идем к 1 миллиону подписчиков в этом году. Напишите комментарий, и я буду этим доволен. Мне максимально стыдно. Ребят, я никогда в торговых центрах еще не пел на заказ. Это не постанова, это вам не ТикТок, здесь все... По-настоящему живые реакции. Прямо сейчас на этом видео разыгрываю 3000 рублей. Для участия нужно написать любой комментарий под этим видео, подписаться на канал и поставить лайк. Завтра в 7 вечера у себя в Инстаграме в 19:00 по московскому времени выберу 6 победителей. И, возможно, им будешь ты. Давайте договоримся, только не больше 2 комментариев писать под видео. Погнали. Девчонки, можешь с вами видосик снять? Вы называете какую-нибудь песню? Да ладно, где уж торопитесь? Мы уже со всей мега сняли. Просто назовите песню одну. Типа, круто же, под гитару песни. Ну ладно. Да что стесняться, вы в масках тем более, никто, типа. Я миллионник, если что. Ютуб-блогер. Классно, радовать. Ну, давай. А что тут такого-то? Я же пою, не вы. Ну, вон же там еще есть люди. Ну, мы сняли, ну и снимем, ладно, давайте. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Раиль, вот как ты думаешь, они меня обидели правильно? Они меня обидели. Значит, все. Что? Я пошел домой, вот из-за таких людей и не снимаются контент. Все, закрываем этот шанок, канал вообще, удаляем канал. Вот, здрасте. Вот они с нами не снялись, давайте с вами хоть снимемся. Зачем? Ну, это же прикольно, типа новогоднее настроение поднимаем. Вы называете любую песню, я ее пою. Это не ТикТок. А, кстати, вы можете выложить, это Ютуб. У меня миллион подписчиков. Какую песню? Любую вы называете, да, подождите, втроем. Что-нибудь придумайте? Совещание у вас. Какую-то песню назвать? Да. Любую. Русский только. А не лето, знаешь? Ну да. Это что ли, сыроувка? Любую. Да? Ты училась? О, еще молчит. Ну, в итоге. Да, давай, лето. Ну да, давайте. Лето, расскажи о том, что нам болело. Под дождем бежал к тебе с букетом. Оказалось, ты промокла с кем-то другим. Помпыралы аромат ее волос. Не зря играл с тобой. А? Что? Видос записан для Ютуба. Так. Ты что, биты пишешь, что ли? Типа, да. Full Studio? Нифига, музыкант? Да. Круто. Ну, у меня канал на Ютубе, 900 тысяч подписчиков, пока что к 1 миллиону иду. Вот, ты называешь песню, я ее пою и попадаешь на канал. Современные Ясно. Русские. А, давай. Моргенштерн, как ее? Со Славой там. Не-не-не. Снова я напиваюсь. Вот а, ну он же без Моргенштерна один. Ну там Мари. Не, у него там есть, по-моему, партия. Ну ты же снова я напиваюсь хочешь, да? Давай. Снова я напиваюсь, снова говорю, пока мы несовместимы. У меня пустой карман. Снова я напиваюсь, снова говорю, пока мы не будем вместе никогда, никогда, никогда. Так? Неплохо. Спасибо. Как зовут? Саша. Саша, Раиль. Канал «Хижина музыканта» называется. Найдешь, посмотришь. Мы ходим тут в торговом центре, со всеми поем песню. То есть человек говорит песню, я ее пою, и в этом ничего такого нету страшного. Ну ничего страшного. Ну давай там. Все равно в масках все при том еще. Какая песня? Слезы, наверное, которые самые популярные с пацанами. Я не знаю. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ей весь мир. Можно было спеть, только текст не вспомнил. По щекам слезы знаю. Давай. А по щекам мои слезы, это твоя вина. И на кой черт эти розы, если не любишь меня? А по щекам мои слезы, твоя вина.
На кой черт эти розы, если не любишь меня? Ну, так и есть. Спасибо, спасибо вам. Хорошего вечера. Если тебе будет пусто, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня. Спасибо большое вам. Молодцы. Ну да. Ну как бы я ее, конечно, играл. Ну, резко нужно вспомнить, попасть в ноты, имеется в виду. Поэтому сложность в этом заключается. Я очень долго добивалась того, чтобы слышать вообще. Слышать? Ну вот, видишь, с годами придет. Ну, ты же играешь, поешь, продолжаешь? Ну, не пою, просто играю, учусь пока. А, продолжай. То есть люди бросают, да, а это с годами приходит, если много играть. Прогулочка по Икее. Опять встреча. Привет. Здорово. Как успехи? Нормально у тебя как? Нормально. Вот пришли чуть-чуть в торговом центре записать видео. Помнишь, на возле Кремля записывали же? Да. Ты там подходил? Да. Вот, типа такого. Назовите какую-нибудь песню, спою. Давай. Тим Белорусский, незабудка. Незабудка, мой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, мой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Спасибо. Молодцы. Да. Мы хотим. Мы гуляем. Хорошего творчества вообще ничего против не имеем, но единственное, это все должно быть с разрешения администрации, любое выступление и запись. А не, не выступление и не записи нет же, как вы видите. Мы же просто ходим, смотрим, хорошо, разговариваем. Хорошо, хорошего вам вечер. Спасибо. Да, и масочку оденьте, пожалуйста. Хорошо. Здорово, ребята. Узнал. Видел, ты смотрел что-то на меня. Ты на кого батон крошишь? Короче, не суть, мы снимаем видос для хижины музыкант на ютубе. Называйте любую песню, я ее пою. Что вы слушали в последнее время? По-любому современные песни. Группа Крови, знаете? Группа Крови? Да. Давай. Порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Вы точно эту песню хотели? А то остальным не очень понравилось, только ты заказывал. Да? Ладно, спасибо вам. Давайте, хорошего вечера. Пока. У вас песню просит спеть. Да? Да. Заказывай. Ну давай, от охранников ты будешь отбивать. А, еще так. Ну, до нас докопались только что. Серьезно, типа давай петь. Не влюбляйся. Не влюбляйся? Да, да. Чья? Кто автор-то? А, вот, мне кажется, один. Стой. Давай. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Снова плачешь, не твоя вина. Красавчик. Лайки там, все такое. Молодец. Как зовут? Роман. Вот все бы такие были, сами подходили. Да. Пока. Да, да. Нам уже сказали 4 раза, можно еще раз сказать. Ты предупреждай, я просто спиной ставь, вдруг они с дубинками сзади бегут. Да. Давай. Здравствуйте. Как дела ваши?
Поем песню по торговому центру, развлекаем людей. Назовите какую-нибудь песню, спою современную русскую. Русскую песню? Да. Ну, что слушали в последнее время? Ну, я что-то и не помню, так скажу. А Макс Корж, что-нибудь такое? Да, может... давайте Макс Корж. Или Филиппа Киркорова. Не мой стиль, конечно. Ну, любую вообще. Жить в кайф. Да. Жить в кайф? Плома, мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец. Есть у меня своя волна и на своей волне. Меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. И как ты считал бы нужным жить мечтам. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал. Я выбираю жить в кайф. 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 Нравилось? Нет, да, спасибо за заявочку. Хорошего дня, давайте. Привет, что скучаешь-то? Ты же песни пела, тебя подпевала, да? Да. Да. Я еще на концертах с тобой пела раньше. Ну каких? Когда ты в консерватории еще училась. Да, а ты там тоже училась? Я сейчас заканчиваю. И не консерваторию, колледж. Колледж. По какому инструменту? Дирижер. Дирижер. Здорово, здорово. Ну давай, назовешь какую-нибудь песню, и я ее спою. Это много. А? Я тоже могу. Ну, подпевай еще лучше. Что, ну пусть. Корж? Угу. Ну, давай вспомни, что у него есть. Кукаржи. Пока фоновую музыку послушаем. Пока думается. Напомни, какие у него песни есть? Да. Тай дым, мотылек, небо поможет нам. Тает дым. Забудто лишь только да, я тебя обниму и вместе полетаем. О-о-о, в легких тает дым, и над заливом запомни ты меня таким. Сливым. Вот он ремень с Алиэкспресса. После тяжелого выпуска, ребят, можно расслабиться. Мы сделали пока что один круг вокруг вот ТЦ Мега. Сейчас будем второй круг делать, наберем побольше реакции. Ну а пока что я посплю, если вы не против. Кстати, если вас интересует мое творчество, вы можете спокойно на сайте arslanshop.ru приобрести мой фирменный авторский мерч, который шьется в Казани. Один из экземпляров вы видите на мне. Связанный с моим треком «Не навсегда». Ссылочка в описании.